И мы заходим. Заходим в большую прихожечку. Отдельная лестница наверх в спальне. Стиральная машина. И заходим сюда. Стоит деревянная дверь уже в гостиную. Гостиная у нас с камином, с балконом. С таким вот обеденным столом. И небольшой-небольшой кухонькой. Кухонька с окном. Вот. Кондиционера здесь не предусмотрено. Кстати, холодильник большой. Но здесь не жарко. Сразу скажу. Здесь не жарко. Классно для лета. Супер. На первом этаже, значит, санузел с душевой. Так, здесь у нас раздевалка, бойлер. И пойдемте на второй этаж. Так, еще выйдем на террасу. Терраса вот здесь, с видом гор. Рядом здесь бассейн. Это уже у нас соседний дом. Здесь можно парковать машину. Вот соседний дом. Видно, что живут. Вот так выглядит дом. Снаружи он двухэтажный. Идемте на второй этаж. Диван раскладывающийся. Так, поднимаемся на второй этаж по лесенке. Здесь дверь отдельная. И здесь заходим. У нас три спальни и санузел. Санузел здесь уже с ванной. Ванна, туалет. Значит, идет первая спальня. Это спальня у нас с балконом. С видом, с балконом, двуспальная кровать. Гардероб. И выходим на балкон. Вид у нас на горы. Это восток. Вот такой балкон. Вот такой вид. Что-то идем. Следующая спальня. С двумя отдельными кроватями. Их можно тоже соединить. С эркером. Тоже вид на горы здесь. И гардеробная. Это у нас вторая спальня. Так, вид у нас вот такой. Так, ну и третья спальня. Тут гардероб стоит. И здесь такая полуторка, кровать. Здесь больше на детскую похоже. Вот, вида здесь особого нету. Но есть чуть-чуть свет. Вот так.